Дорогие друзья, этот ролик о самых тяжелых, о самых искалеченных, о тех, у кого почти нет шанса выжить в природе, но есть шанс, попав в приют, обрести дом. Пусть редко, пусть с трудом, но наши слепыши находят дом. И счастливых фото вы можете их увидеть. А здесь, ребята, мы сейчас расскажем вам о тех, кто сейчас у нас в приюте. Ребята, вы только представьте себе зверя, сильного, молодого и внезапно ослепшего. Вы представляете, что он чувствует? Ведь эмоции собаки почти такие же, как у человека. Лохматая душа – это просто клубок нервов. Клубок доброты, нежности, нервотрепок – все это перевито. И все-таки это душа. Потому что мы всегда стараемся помочь, согреть. И всеми силами ищем семьи, дом. Если душу не согревать, она леденеет, она погибает. Подари доброту, а печаль забери, укрепи мою боль, стань спасением от бед, и улыбкой своей все сомнения сотри, будь лекарством моим от утраченных лет. И улыбкой своей все сомнения сотри, будь лекарством моим от утраченных лет. Я хочу, так хочу в этот омут нырнуть, что зовется любовь, распахнуть настежь дверь. Только страшно опять мне себя обмануть, снова ждать от судьбы невозможных потерь.
Только страшно опять мне себя обмануть, снова ждать от судьбы невозможных потерь. Я прошу приподнять мою душу с колен и занозу внутри излечить добротой. Я хочу навсегда в этот ласковый плен от ошибок устав. Я пойду за тобой. Я хочу навсегда в этот ласковый плен от ошибок устав. Я пойду за тобой. Помоги же скорей от всей лжи и утрат в твоих ясных глазах разглядеть свой причал. Я прошу понимать, что в одном виноват, что под маской любви ложь не сразу признал. Я прошу понимать, что в одном виноват, что под маской любви ложь не сразу признал. Я молю мне опять, подари красоту, словно темную ночь лучик солнца пробьет. А взамен я дам всю свою доброту, что осталось еще после бурь и невзгод. А взамен я дам всю свою доброту, что осталось еще после бурь и невзгод. Подари доброту, дай поверить опять в чистоту сладких слов и возможность любить, чтобы каждый рассвет мне с надеждой встречать. А иначе зачем на земле этой жить? Чтобы каждый рассвет мне с надеждой встречать, а иначе зачем на земле этой жить? Ребята, вы наше дыхание, вы наша жизнь. Мы рассказываем вам и о стройке, и о пристроенных, и о поломанных. Этот ролик самый тяжелый, ребята, он о слепых. И я прошу вас, мои родные, посмотрев этот ролик, не оставайтесь равнодушными, потому что они здесь, сейчас, в эту минуту, в приюте. И надежда у них только на вас. На сытый ужин, на теплую, с теплой будкой, с сеном постель. На заботу, на надежду в завтрашний день. Только к вам, ребята, только к вам. Я обнимаю вас всей лохматой душой, друзья. Я благодарю всех старых и приветствую новых подписчиков и тех, кто захочет стать нам другом. Люблю вас, мои хорошие. Верю в вас, и если бы не было вас, мир был бы страшным. Вы несете добро, вы несете поддержку. Вы сохраняете милосердие и жертвенность в своих душах. Я благодарю вас, люди. Без вас нам никак не выжить. Посмотрите на наших малышей. Посмотрите на наших искалеченных детей. Да, детей, ребята. Потому что многие, кто имеет животных, чаще всего говорит: мой сыночек, моя дочечка, мой малыш. Потому что разум собаки – это разум пятилетнего ребенка. Друзья, перед вами инвалиды лохматой души. И этот ролик – наше обращение к вам. В ваших силах улучшить их жизнь. И помоги вам Бог. Спасибо всем.